Всем привет, я Паша Головкин. В своем новогоднем обращении хочу всем пожелать здоровья. Как показал 2020 год, этого будет вполне достаточно. Год выдался тяжелый, трудный, но интересный. Мне давалось все с большим трудом. Каждую съемку нужно было выгрызать, каждый хороший кадр терпеть и ждать. Я покажу, как прошел мой год в моих фотографиях. Сначала, как казалось, все шло хорошо и было не так драматично. Потом начался коронавирус, все испугались и спрятались по домам. В это время Москва стала особенно красивой. Сначала казалось, что год будет спокойным, но после того, как на Патриарших прудах задержали Иисуса, стало понятно, что что-то пойдет не так. С большим трудом удалось попасть, наверное, в самое важное место в тот момент в Москве, в красную зону больницы. Также в этом году иногда я чувствовал себя фотографом Кремля. В июне я понял, что такие времена – прекрасный повод для творчества, и снял арт-серию «Пожалуйста, соблюдайте дистанцию». И 30 августа открылась даже моя выставка в галерее Максима Змеева. Это, наверное, самая важная съемка этого года, потому что это для меня новое. Командировок в этом году было много, в основном они были в коммунарку, к стенам коронавирусной больницы. И одна была в Сочи на Формулу-1. В этом году мало на что хватало времени, все приходилось делать в попыхах, на бегу, 10 дел одновременно. Даже это обращение я записываю просто на телефон.
Под конец года важным для меня стал конкурс «Фотоголова 2020». Этот срез фотографии в русскоязычном пространстве. Если вы хотите сделать мне какой-нибудь подарок на этот Новый год, пожалуйста, покажите всем и распространите у себя в соцсетях результаты конкурса «Фотоголова 2020». Мне кажется, вместе мы можем создать хорошее явление в современной русской фотографии. Следующий год, мне кажется, будет еще более веселым и богатым на события. Берегите себя!